9 сентября Москва выбирает мэра города. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов проголосовал на избирательном участке номер 73. Напомним, от СР кандидатом в градоначальники был выдвинут Илья Свиридов. Он единственный из всех претендентов в мэры коренной москвич. Сергей Миронов призвал всех избирателей во всех регионах, где проходят выборы, прийти на участки и обязательно проголосовать. Во многих регионах очень неплохая явка. Про карусели пока нигде не слышно, а вот людей подводят на автобусах. Ну, пускай подводят. Если люди хотят организованно проголосовать, пускай голосуют. У нас работает штаб центральный. Он будет работать до утра. Будем подводить итоги. Наша партия участвует практически везде. Как я уже сказал, вот на этот момент грубых нарушений, которые бы фиксировали невозможность людям проголосовать, либо фиксировали бы принуждение к голосованию, такого нет. Напомним, в единый день голосования в регионах страны проходит более 4700 выборов разного уровня.